на Кубок России в отдельных видах упражнений. И первое, с чего мы, собственно, с чего мы начнем, это с показа упражнений на брусьях в исполнении Анны Ковалевой. А уж после этого упражнения... На бревне только. Ну, да, прошу прощения, упражнение на бревне. А уж после будет видно, что и как. Итак, Анна Ковалева, да. Упражнение вот на бревне. Вот она сделала сейчас трудную связку, и не успела я сказать, как она уже упала. Вперед, вперед, сальто, вперед, группированная. Это трудная действительно связка, но уже падение, значит. В двух видах она выступает на Кубке России в отдельных упражнениях. И на брусьях она оказалась четвертой, и с этим падением вряд ли она окажется выше, да, на бревне. Правильно. Да, жалко. И вот что-то и в прыжках потеря равновесия. Это она взяла за исполнение серии гимнастических. Два амплитудных широких прыжка, но с ошибкой. Я уже говорила о том, что гимнастка должна на бревне обязательно сделать и прыжки, и повороты, и акробатические связки, и гимнастические элементы, и как-то такой выполнить элемент, который, как называется, близко к самому бревну. Вот она уже, я думаю, готовится к прыжку, ой, к соскоку. Нет, вот сальто боком. Молодцом, это трудный элемент. Он не настолько эффектен, он не настолько, может быть, даже трудно, как очень неприятный, он коварный по приземлению на бревно. Боковое приземление, но всегда чревато потерей равновесия. Ну и двойной сальто, соскок.